Нет необходимости говорить о том, как мы ждали вас, как приветствуем здесь, в Беларуси. За последние буквально 2 года мы с вами перевернули полностью наши отношения. Вообще-то переворачивать особо нечего было. Надо было просто заново их создавать. И за 2 года мы сделали, к счастью, гораздо больше, чем за предыдущие 25 лет наших отношений с Узбекистаном. Конечно, 160 миллионов товарооборот, но это не наш товарооборот. Возможностей у нас гораздо больше, и об этом мы вчера говорили. Мы с вами планировали вчера у меня дома поужинать, а получилось так, что мы более половины уделили вниманию наших отношений, и особенно тому, как позиционируется в современном мире Узбекистан и Беларусь, что происходит вокруг наших государств, вокруг Беларуси здесь и вокруг Узбекистана там. И, к удивлению нашему, обнаружили абсолютно схожие тенденции. Вы находитесь в центре Центральной Азии, мы находимся в центре Европы, и с этим связаны и наши преимущества, и наши проблемы. И этому мы уделили вчера большое внимание в наших переговорах. Поэтому и сегодня есть о чем поговорить, но самое главное – ваша инициатива о том, чтобы и низы, и регионы завязать в сотрудничестве, это, наверное, самая фишка этого визита. Наши губернаторы и министры побывали у вас, встретились со своими коллегами. Ваши губернаторы и министры приехали в Беларусь. И выставка организована, и Дни культуры, и открытие Алишера Наваи памятника. Все это придает очень серьезные грани вашего визита в Беларусь. И то, что губернаторы с глазу на глаз переговорили, уже заключили массу договоров на сотрудничество, это главное. Наше дело открыть дорогу. Мы ее открыли. По этой дороге должны пойти те, кто должен выполнять решения наши и реализовывать ту дорожную карту, которую утвердили правительства Узбекистана и Беларуси и сегодня реализовывают. Мы договорились с вами, что мы регулярно будем обмениваться визитами и осуществлять контроль за реализацией этой дорожной карты. Мы, конечно же, откровенно и честно, искренне обсудим не только успехи сегодня в достижении и реализации дорожной карты, но и отметим те недостатки и вопросы, над которыми нам сегодня предстоит работать. Я хочу, чтобы вы знали, еще раз подчеркиваю, нет закрытых тем в Беларуси, нет тех вопросов, которые мы могли бы не решить. Мы можем решить любые вопросы взаимно. Наши экономики не пересекаются, мы взаимодополняемы. Все, что мы производим, нужно в Узбекистане. Все, что вы производите, нужно нам. И ту революцию промышленную и сельскохозяйственную, которую вы начали в Узбекистане, я думаю, мы там будем не лишним. В этой революции свое место найдем.